Уже через месяц в регионе пройдет единый день голосования. 13 сентября жителям предстоит выбрать депутатов в 5 районах области. Одного парламентария облдумы и депутатов сельских поселений. Сегодня члены комиссии рассказали о ходе избирательной кампании. Уже зарегистрировано более 4500 кандидатов от 9 партий, а также самовыдвиженцы. На пост депутата облдумы уже 5 претендентов. Среди муниципалитетов наибольшая активность в Тобольске. Там на 25 мандатов 100 кандидатов. В целом избирательная кампания проходит без нарушений. Сказать, что у нас какие-то есть сигналы тревожные, да, в облсберком, в территориальной избирательной комиссии, там жалобы на действия противоправные, на взгляд кандидатов, штабов избирательных объединений, на действия избирательных комиссий, у нас таких сигналов нет. Отмечу, в избирательной комиссии работает телефон горячей линии, по которому можно узнать о ходе избирательной кампании или сообщить о нарушениях на участках. Номер на экране.